Мы не раз рассказывали о волонтерах, неравнодушных молодых людях, которые всегда готовы прийти на помощь. Волонтерское движение нашего района – одно из лучших на Кубани, и его развитие продолжается. Об этом убедительно свидетельствует проведение тематической смены «Я доброволец», на открытии которой побывала наша съемочная группа. На счету славянских волонтеров много добрых дел. Можно сказать, что без их деятельного участия очень редко проходит какое-либо мероприятие. Они востребованы, и они всегда там, где трудно. Ряды волонтеров все время пополняются новыми ребятами, которым очень пригодится наработанный опыт участия. И вот этот опыт они постараются приобрести на тематической смене «Я доброволец». Возможно, сегодня у многих из вас начнется новый этап интересный, насыщенный и полезный не только для себя, но и для общества жизни. Для этого мы, собственно, создаем различные платформы, образовательные платформы. У нас будет очень много интересной образовательной программы, команды образовательной программы. Вы познакомитесь с интересными спикерами, познакомитесь друг с другом. И вот это сообщество, которое будет называться сегодня «Я доброволец», начиная с сегодняшней смены, мы очень надеемся, что в дальнейшем это сообщество поможет вам реализовать, в первую очередь, свой творческий, свой научный, возможно, у кого-то технический, ну и, конечно же, добровольческий потенциал. В амфитеатре молодежного сквера собрались представители городских школ, техникумов, филиала Кубанского госуниверситета для того, чтобы узнать много нового и хорошо провести время. Участие в добровольческом движении не только не мешает учебе, а наоборот помогает, дает обрести уверенность в своих силах. Волонтерство, оно ведь многогранное и разное. Есть социальное волонтерство, есть событийное волонтерство. В любом случае, это возможность привлечь молодежь к чему-то большему, чем занятием собственным «я», и стараться развивать их в различных таких вот моментах. Это может быть спортивное волонтерство, где ребята помогают в проведении соревнований. Это может быть событийное волонтерство, где ребята помогают в проведении крупных мероприятий. Они тем самым становятся частью этих мероприятий и, соответственно, получают просто грандиознейший опыт. Мы собрали команду нашего учебного заведения. Надеемся, что ребята получат не только массу эмоций, но и полезный багаж знаний, которые в дальнейшем будут применять в своей деятельности. Волонтеры из Славянского электротехнологического техникума не раз ярко проявлялись себя и в помощи людям, и в патриотических акциях. Меня привлекает волонтерская деятельность, потому что делать добро в наше время – это очень важно. Без добрых дел невозможно наше будущее. Мы занимаемся с нашей командой Юнармии добрыми делами. Мы постоянно помогаем людям. И сейчас мы занимаемся помощью людям, пострадавшим после подтопления. В день открытия ребята приняли участие в интереснейшем квесте, в ходе которого отрабатывалось и командное взаимодействие. Затем в ходе тематической смены «Я доброволец» ее участники познакомятся поближе с волонтерскими отрядами района, узнают, как идеи превратить в реальность, обменяются опытом ведения работы в социальных сетях, получат актуальные экологические сведения. А самое главное, найдут новых друзей и вольются в добровольческие движение муниципалитета. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».